Всем привет, друзья, с вами Юна, мы продолжаем проходить игру Сифо. В прошлой серии мы пришли в психушку, в которой я не хочу быть очень. И под конец серии я увидела что-то и испугалась, и захотела дальше играть. И я уже не играла дня 4, наверное. Потому что мне правда страшно, я не хочу играть эту главу. Мне сказали то, что это призрак, то, что я видела. Ох, это ужасно. Просто мои нервы. Я не переживу этого. Это было. Я даже планировала, чтобы кто-нибудь со мной был в скайпе, разговаривал, чтобы мне было не так страшно, но я не могу. Это я делаю или кто-то? Гаррет, хватит. Я слышала стук. Я не хочу, я отсюда не выйду. Не. Это еще что такое? Мне бы музыку какую-нибудь веселую, мне было бы не так страшно. Ох. В смысле, это что такое? Кто это поет? Мне быстренько, быстренько. Так, окей. Поскольку мне страшно одно играть, я решила помочь мне пройти эту главу. Симона некоторые знают его уже из прохождения Days, выживание там. Он сидит, разбирает, ремонтирует там ноутбук, но параллельно он мне будет помогать успокаивать меня. Я уже просто минут 10 не могла выйти из этой комнаты. Можно мнением делиться? Нельзя. Мнением можно. Ну, пока все напоминает Outlast, если честно. Я не хочу туда идти. Я слышала только что ворон. Кстати, да, психушка очень от вас напоминает, просто прямо жесть. И музыка играет какая-то жуткая. Мне подруга сказала то, что если я увижу какие-то волны впереди себя, как будто бы горячий воздух поступает, то мне нужно прятаться. Беги, беги, беги. Гаррет, садись. Симон, тебе видно что-нибудь? Ну да, даже, я скажу, плохо. Мне осталось пробежать 30 метров, чтобы выйти из этого мужского отделения. И у меня, честно скажу, у меня колени дрожат просто жутко. Юна, ты прошла по плану? Что?
Outlast? Да нет нигде! Шкаф. Погоди, кого прошла Outlast? Да. Нет, я его не проходила. Мне его подарили, но я его не хочу проходить. Точнее, у меня было желание, но сейчас у меня... Вот оно! Ты видел это? Что видел? Там прям это вот волны вот эти вот на воздухе я там были. Ничего. Там было! Погоди. Я боюсь выходить. Я не знаю, куда выходить, честно. Вот туда мне надо. К черту все. Быстрее, город. Я вышла отсюда. К черту. Мне даже плевать на всякие ништяки. Я в приемной. Класс. Изи, вообще изи. Как у тебя дела с ноутбуком? Неважно, я его отложил. Сейчас смотрю за летсплеем. Тебе повезло, ты смотришь стрим по этой игре. Так, сейчас. Я не помню, что мне нужно в женском отделении. Тебя хотят убить здесь? Ну, в мужском отделении ходит страж. Это замки барона. Почему дом презрения для него так важен? Который злой и может меня убить. Но он меня даже не заметил, слава богу. Дверь закрыла к черту. Вот, также тут ходят призраки, которые, в принципе, можно не бояться, мне сказали. Призраки, которых можно не бояться, очень... Но они, то есть, тебе не причинят вреда никакого. Я так жал, класс. Так, погоди. Слушай, ну на самом деле... Мне не нравится музыка. Я не слышу никакой музыки. Я знаю, что ты не слышишь, но... Она такая тревожная. Прям вообще. Ой, быстрее! Открой! Погоди! Почему? Там кровь? Да! Нет, может, просто кто-то разбил красный? Там человек! Так ты контрол нажми, спрячься. Погоди! Эй, я... Скажи, вот он! Может, это призрак? Я смотрю, ты вообще просто самый беспалевный пациент. Может, и правда он... Добрый? Да. Ну, в смысле, он мне не помнит. Сейчас обратно идти. А? Тебе сейчас обратно все ходить. Нет. Нет. Мне сейчас нужно выйти. И вот сюда пойти. Его нет! Он за дверью стоит. Ты не слышал этого стука. Не хочу. Не буду. Давай, хорош. У меня капс был включен. Кого? Капс был включен. Все. Давай. Я потерялась. Погоди, куда идти? Может, здесь остались какие-то записи, из которых можно узнать больше.
Почему там свет включен? Скажите мне, что я нахожусь в женском отделении. И карты нет, нет лести. Вот там кто-то стоит. Вон впереди. Не слышу тебя. Светильник или еще что-нибудь стоит? Нет, там голова прямо. Нет, не слышу тебя. Просто блистала. Как мне туда попасть? С другой стороны. Спасибо. Вот снова там нету никого. Вот этих вот штук боятся, да, которые вот там из двери стучатся. В смысле, кого? Вон, посмотри туда, где якобы кто-то должен был стоять. Но? Видишь, там дымок такой исходит из двери. А, да нет. Вот сейчас стопудово что-то вот будет. Сейчас глаз, который смотрит на тебя. Нет, там листочек. Вот я сейчас уберу, и там кто-то будет точно. Свет. Вон, видишь? Да, я тебя вижу. Так зайди в вот. Шкаф. Так, вон книгу тоже можно. Не слышу. Книгу можно посмотреть. Я взяла уже. Книжка. Что? А заход в шкаф — это же захоронение, если я правильно помню. Еще раз, за что? Заход в шкаф — это захоронение? Нет, сохраниться надо самому, поэтому я сейчас это сделаю. А еще я сейчас посмотрю. Записки. Так. Больше всего ценю, когда в летсплеях кто-то что-то читает. Нет, на самом деле я читала это... Господи, серии до четвертой, наверное, нормально читала, а потом я сказала, что ребята будут сами читать. Вот, а это я вырезаю пока. Они ставят на паузу и читают сами. Угу. Ну ладно. Кто-нибудь сбегает за вином для Эдвины? Она уже давно ждет. А, понятно. Иди, иди! Нажимай. Заходи, заходи, заходи. Закрой дверь. Закрой дверь. Ты понимаешь, то, что ты с этого? Мне норм. Пока музыка просто не очень хорошая. Очень-очень-очень-очень-очень-очень класс. Было бы здорово, если бы кто-то тоже раз так. Нет! Кстати, ладно, я не буду спойлерить тебе. Окей, я мужик.
фиговый, но мужик. Закрой дверь. Это просто... Мне вот лично это амнезия напоминает больше. Мне амнезия. Не нравится? Да блин. Нет, я Аутласт даже не могу пройти. Не смогла бы, точнее. Ничего такого не вижу. Нет, просто там звук какой-то был. Ускорим. Давай вперед, хватит. Не-н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 е. Ладно, на счет три. Три. К черту оттуда. Вот-вот-вот сюда. Вот, ничего. 10. Есть предположение, что можно будет сверху спрыгнуть. Вот я тоже так думаю. Погоди, погоди. Да блин, ты можешь, я не знаю, погромче говорить? Так я могу, у меня гарнитура. Куда ты идешь-то в сторону сейчас? А куда идти? Вот туда, да. В эту дверь. Право. Вот сюда? Да. Да ты чё? Здесь лестница вверх или вниз? Вниз. Я не пойду вниз. Мне кажется, мне говорили, что есть какой-то подъем. Сегодня будет смог. Кто так играет вообще? Сегодня будет холодно. Сегодня все изменится. Ну класс, просто класс. Вот подожди, стой, стой, стой. Вот направо. Сюда? Да, ты там не была еще. Слышал бы то, что я слышала. Я не пройду туда. Это надо обходить. Мне кажется, что мне нужно туда, где я слышала эту херню. Может, кажется, все что угодно, легко. Блин, Симон, ну серьезно, давай-ка погромче говори. Вот она опять там стоит. Так лучше, нет? Да, так лучше. Все, слушай, ну, человек, который может обокрасть любого, легко пройдет через три инвалидные каталки. Ну, класс. Ну, да. А здесь... Ой, сейчас что-то будет. Давай. А нет. Хе-хе, давай, прыжок веры. Да. Дай мне подумать. Мне, если я буду в меню, то мне будет намного спокойнее думать. Устрой голосование в комментариях. Если там, типа, видеозапись наберет 100 лайков, я пройду Outlast. Нет! Его, тем более, Дангар уже проходил, так что... Его, мало того, его очень много кто прошел, но ты не прошла. И вот, кстати, вот тут дверь, которая вообще легко выломать. Ну, ладно. Что мне это все? Ненавижу. Ну не прыгай. В смысле, я умру? Ну куда ты не умрешь? Давай. Не занимайся ерундой, прыгай. Там цепь. Я за нее не схвачусь. Как ты? Видишь, ничего не светится. Да как не светится? Вон. Кроме... Сейчас это. Сюда-то посмотри вообще. Ну?
Мне норм, мне норм, мне вполне норм. Чего? Так, окей. Забавно. Что это такое? Ну, ты слышал? Что слышал? Мой виск, виск. Да, слышал. Давай дальше. Все, да? Ну, может, стоит зайти вот в эту дверь и из нее же. Что ты делаешь? Это не я. Меня туда не пускают. Серьезно? Я не могу в нее зайти. Ты видишь, нет ПВЕ. Ну ладно. Меня туда не пускают. Конечно, вилку душевно дано забрать. Да. Может, я сидею. Жизнь себе спасу. Я даже близко по... Вон, что-то там... Светится. Блин, а? Вот там... Стой. А, справа. Вот ты можешь... Подожди, стой. Стою. Левее чуть-чуть. Вот видишь, скажи... Поэза на стене налево повернись очень медленно. Очень медленно. Сейчас стой. Направо поворачивайся медленно. Еще. Вот сейчас поверни голову вверх. Все, супер, ты молодец, Симуша. То. Молодец, молодец. Спасибо. Так, почему тут костер? Так, сейчас осмотримся сначала. О. Кстати, хотел отвлеку тебя. Скажи, ты играл в Souls Park? Ну. Не, я не знаю, почему. Ну, понимаешь, мне вот эти имена, которые ты называешь, вообще ничего не говорят. Ладно, ладно. Я просто думал, мало ли, стоит, не знаю. Ну, я могу спросить, и потом тебе написать, сказать все. Но... Поскольку я этим не интересуюсь, как-то без разницы. Так, дальше стой. Все, выходи. Там тебе дверь с тремя этими тележками инвалидными. Открылась. Серьезно? Ну, на нее показывает указатель. А по-моему, там просто... Нет, нам... А, да, слушай.
Скажи мне, кстати, я вот в Far Cry 3 убил Ласса, и сейчас мне надо на второй остров. Мне абсолютно неинтересно дальше играть. Там стоит дальше вообще развиваться? Ох. Сейчас я тебе скажу. Мне бы ее еще вспомнить, и я не могу забраться. Все. Где? Как? Ну, ты по границе можешь путешествовать. А тебе не туда. Я знаю, что мне не туда, но меня сюда не пустили. Ну здорово, давай посмотрим, что там внизу. Это же так важно. Да, это важно. Давай. Но, блин, давай, даже давай. Не знаю, погоди. Я думаю про Far Cry все. Пойду я, пожалуй. Ну, пройди, в общем, до конца. Я не знаю... Я сейчас на меня дошло, мне что просто было... Что? Я кому-то спойлер рассказал поводу. Хотя... Да все уже все знают. Ну да, 2014 год вообще. Все, это все. Мне сюда не пускали. Ты забрала ножницы души мобильно? Да. Все здорово. Класс. Я пошла только... Собрала все золото душевных пленных. Она едет! Почему она едет? Ты видишь, она... Кто? Она ехала, она отъехала. Тележка. Ну, возможно, ее кто-то катнул, ты же не могла перейти через нее раньше. А это что такое? Это цветок. Он... Когда ты включаешь F, у тебя... Ну как? Я не знаю, как это называется. Режим скрытности? Что такое? Да-да-да. Вот эти цветочки помогают тебе увеличивать. Окей, давай. Погоди, там было... Кресло, которое... Удерживайте Е. Класс. Класс. Обожаю. Просто у меня FPS скачет. Короче, я тебе еще раз говорю, то что проходи до конца Far Cry. Просто, ну, грубо говоря, из интереса, как все закончится. Я только так пошла. Окей, окей. Вообще, закончу серию. Нет. Давай. Да. Хватит. Я сейчас закончу серию, и надо мы будем... И еще она будет потом. В общем... Спасибо за ваши просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующей серии. Рассказывайте друзьям, забыла. Симон, хватит издеваться. Не все меня не любят. Сделай, не люблю. Все, ладно, до следующей. Все, пока-пока.